Современная школа призвана решать широкий круг задач. Часть из них – так называемые хрестоматийные задачи образования. Но в меняющемся мире у школы появляются и новые задачи. Необходимость быстрого и адекватного отклика на изменения требует от школы оперативности и гибкости, в том числе в плане поиска и принятия управленческих решений, а также в непрерывном профессиональном сопровождении педколлектива, способного реагировать на вызовы современного мира, на образовательные запросы страны, региона, школы. Поиск эффективных инструментов управления и сопровождения педагогов в школе всегда в центре внимания руководителя академии гимназии номер 56. Как показывает наш опыт, одним из таких инструментов может выступать система редакционно-издательской деятельности школы. Мы представляем на конкурс инновационных продуктов нашу систему редакционно-издательской деятельности. Формально это комплект изданий или портфель изданий. Однако мы называем его «педагогический навигатор». Он демонстрирует пути или маршруты редакционно-издательской деятельности школы, актуальные в современной образовательной ситуации. Он демонстрирует возможное или актуальное содержательное наполнение отдельных изданий, точек, координат этого пути, посвященных управлению и непрерывному сопровождению профессионального развития педагогов в школе. В комплект изданий входят рекомендации по написанию брошюр общешкольной серии для служебного пользования. Эти брошюры помогают авторам сориентироваться в таких важных вопросах, как, например, периодичность издания, кому оно адресовано, кем создается и во многих других. Кроме того, авторы-разработчики инновационного продукта дали ответы на самые часто задаваемые в их адрес вопросы. Например, как обеспечить постоянную работу с изданием или как получить обратную связь от читателей по результатам работы с отдельными брошюрами серии. Наш педагогический навигатор включает два раздела – сопровождение профессионального развития педколлектива, эффективное управление. В разделе «Сопровождение профессионального развития педколлектива» представлены информационно-методические издания серии «На учительский стол», авторские издания учителей серии «На каждую парту», издания, отражающие инновационный опыт, серия «Ноу-хау», методический сайт и журнал «Нова». В разделе «Эффективное управление» представлены издания серии для служебного пользования. Школьные издания серии «На учительский стол» представляют нам актуальную информацию по самым разным и очень важным вопросам, связанным с историей педагогики, методикой, современными проблемами образования. Они являются своеобразной заочной школой повышения квалификации. Школьная серия «На каждую парту» – это серия наших авторских изданий, дополняющих официальные ОМК по предметам. Эти издания, например, сборники по физике, математике, английскому языку, направлены на повышение качества образования, на расширение круга продуктов для самоподготовки учеников. Методический сайт учителей 56-й гимназии НОВА сегодня уже стал открытым профессиональным учебным сообществом. Он отражает инновационный опыт петербургских учителей. Также он является своеобразной социальной сетью для педагогов, позволяющей обсуждать актуальные вопросы в области образования, обмениваться мнениями и материалами. А сообщество дает возможность устраивать дистанционные конкурсы, семинары, проводить фестивали и пресс-конференции. Сайт дает возможность в дистанционном режиме вести консультативное сопровождение педагогов по вопросам анализа и систематизации накопленного опыта и его обобщения в публикациях. На сегодняшний день участниками нашего педагогического сообщества являются более 70 образовательных учреждений из различных регионов России. Сегодня серия для служебного пользования включает в себя следующие брошюры: «Проблемы и перспективы», «Классному руководителю» и «Задачник для администрации». Все они помогают сделать работу педагогического коллектива и управленческой команды более оперативной и слаженной, эффективно координировать действия участников образовательного процесса. Для педагогического сообщества мы также создали рекомендации по написанию брошюр серии для служебного пользования и типовой макет задачника для администрации. В свою очередь, рекомендации и типовой макет демонстрируют пути создания изданий, обеспечивающих эффективное управление, показывают варианты структуры и содержательного наполнения школьных серийных изданий, адресованных всем участникам образовательного процесса,
и дают рекомендации по использованию изданий в работе школы. Наш продукт в значительной степени расширяет бытующее понимание редакционно-издательской деятельности школы. Он представляет именно систему методических изданий, затрагивающих разные вопросы профессионального сопровождения педагогов. Сайт «Нова» представляет современный взгляд на электронное профессиональное интернет-издание. Выполняет не только функции представления и распространения профессиональной информации, но и принимает на себя функции профессионального учебного сообщества педагогов. Уже сегодня продукт активно используется в деятельности не только 56-й гимназии, но и образовательных учреждениях Санкт-Петербурга и России. Представленный на семинарах федеральной стажировочной площадки, он используется в Новосибирске, Мурманске, Ленинградской области, Московской области, у наших давних партнеров в Москве, Липецке, в Карелии, в Якутии и в Казани. Значимость продукта для педагогического сообщества. Представлена четкая и легко транслируемая схема редакционно-издательской деятельности школы. Она помогает систематизировать деятельность, часто носящую стихийный характер. Представлены оригинальные продукты редакционно-издательской деятельности. Ими можно пользоваться в готовом виде, на их основе, по их образцу. Другие школы могут легко создавать свои издания. Представлен типовой макет оригинального издания «Задачник для администрации». На его основе можно создать школьное издание для оперативного взаимодействия администрации и любого образовательного учреждения. Представлены детальные рекомендации по созданию серии школьных изданий для служебного пользования, помогающие организовать их выпуск в любом образовательном учреждении. Педагогам региона предложен сайт «Нова» как открытое профессиональное учебное сообщество. Педагогический навигатор редакционно-издательской деятельности, актуальный в современной образовательной ситуации, актуальное содержание наполнения отдельных изданий, точек, координат пути, посвященных управлению и непрерывному сопровождению профессионального развития педколлектива.